Привет, друзья! С вами Александр. Сегодня мы познакомимся с аккумуляторной травокосилкой Matito Dur 368L. Узнаем все характеристики и протестируем ее в работе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки к этому видео, и мы начинаем! Matito Dur 368L работает от двух 18-вольтовых аккумуляторов платформы LXT. Она оснащена бесщеточным двигателем с внешним ротором. Максимальная ширина скашивания 35 см. Аккумуляторная травокосилка гораздо тише и комфортнее в работе по сравнению с бензиновыми аналогами. Вес с 5-амперными батареями LXT 4,5 кг. Травокосилка поставляется в комплектации Z, в картонной коробке с различной оснасткой и мешком для ее хранения. Батареи и зарядное устройство не входят в комплект. Дополнительно можно выбрать один из наборов ПСК, который также подойдет другим инструментам Matito линейки LXT. У Matito Dur 368L мощный бесщеточный двигатель, который не требует обслуживания и замены щеток. В работе помогают три скорости скашивания, плюс режим автоматического подбора скорости. Режим реверса удобен, если на вал намоталась скошенная трава. Dur 369L использует в качестве режущего элемента триммерную леску толщиной 2,4 мм. Также возможно установить специальный нож диаметром 230 мм. Тип рукоятки у травокосилки – петля с J-образным выступом. Ременная разгрузка на одно плечо снимает основной вес с рук и позволяет комфортно работать в тяжелых условиях. Dur 368L оснащен рядом фирменных технологий компании Matito. X5 защищает инструмент от влаги и позволяет нам спокойно работать при влажной траве и не беспокоиться за наш триммер. Технология ADT считывает нагрузку с режущей поверхности и автоматически выбирает скорость кашения, что увеличивает продолжительность работы на одном заряде. Технология AFT останавливает двигатель при рывках или внезапном заклинивании во время работы. Dur 368L меня привлекает благодаря своей компактности и своей рукоятью. С ней можно без проблем косить в узких местах. Эта модель одна из самых мощных в линейке LXT и подойдет для работы на сильно заросших участках. Также есть модель Dur 368A с велосипедной рукоятью и идентичными характеристиками. Ознакомиться со всеми инструментами вы можете на официальном сайте matito.ru. Ссылка в описании. Задавайте свои вопросы в комментариях и увидимся в следующих видео.